Три дня назад здесь, в самом сердце Петербурга, в нашем метро, террористы подло напали на наш город. Погибли и пострадали горожане, наши гости из других регионов России и зарубежных стран. Террористам все равно, кого убивать. И главная цель – посеять в нас страх, неуверенность и разобщенность. Но они просчитались. Общее горе сплотило Петербург. И сегодня мы едины в своем желании объединиться и дать отпор глобальному злу, терроризму. Мы с вами дети великого города. Города, который никогда ни перед кем не стоял на коленях. Мы с вами наследники его основателей, строителей и защитников. Мы петербуржцы. А значит, нас никогда никому не согнуть. Так было, так есть, и я уверен, так будет. Терроризм не пройдет. За утро и за свежий из полей ветер, за друга, не дожившего до дней этих, за память, что живет с нами. Затянем за память, что живет с нами. Затянем.